Всем привет! Сегодня приехал опять я на рыбалочку, на фидер, на удочку. Ловлю почти в том же месте, рядышком, где уже ловил. На том месте, где я ловил, там мужик какой-то сейчас ловит. Я вот рядом ловлю. Только забросил, посмотрим, что клевать будет. Поклевочка. Есть что-то. Плотвичка. Первая за сегодня еще плотвичка. Что одна уклейка клевала. Обсосали опарыши у меня. Сейчас добавлю свеженького. Ой, что-то попался. Ёрш. Мелкий. Ладно, хоть не на заглот заглотил. Хотя, на заглот. Кошки возьму. Решил перейти на другое место. Здесь ничего не клюет. Буду пробовать в другом месте. Вот приехал, забросил в новом месте. Уже как поклевочка тут есть. Еще даже не успел все забросить. Открыли. Опять что-то дергает. Что-то мелкое попалось. Уклейка. Нет подсадчика? Головой, да? Да. Что-то даже без поклевок. Небольшой, а тянул. Как будто там что-то крупное. Пока на удочку ловил, у меня вообще здесь дергается фидер. Ладно, буду проверять. Уже давно звенит. Зацеп был.
какая-то сидит. Окунь. Не пойму, крючок один оборвал, что ли? Да, похоже, оборвал. Клеечка. На фидер у меня дергает чего-то. Что-то, по-моему, есть, да. Небольшое что-то сидит. О, сразу две. Латвичка маленькая и елец. Вот не успел я перенасадить фидер. Только рыбу отцепила, сейчас опять клюет на другой. Надеюсь, здесь покрупнее что-то. Ну хотя тоже мелочь. Да, опять елец. Тут мелко ловлю. Глубина небольшая, постоянно то уклейки клюют, то ельцы. Вот иду отцеплять, попалась рыбина у меня, пока я фидер проверял, завела в траву. Вот такая красноперка, первая за сегодня. Опять фидер звенит. Похоже, что-то попалось. Что-то небольшое опять. О, две штучки. Опять также плотва и елец. Дождь тут у нас начался. И гром гремит. Я думаю, сейчас быстро закончится. Тучка небольшая. Кто-то клюет, по-моему, меня. Опа, есть. Мелкая опять. Латвичка. У меня дергается фидер. Сейчас прям сильно дергался. Ого, прям удочку стаскивает. Хороший кто-то, наверное, там. Хотя ничего не чувствуется. Или он ушел, или мелочь сидит. Да, сошел. Хорошо дергалось. Я думал, сейчас удочку утащит. Опять только забросил, уже дергает. Чуть покрупнее. Такая вот латвичка. Вот опять кто-то дергается на этот фидер. Уже три поклевки было. Попробую проверить. Комары зажрали. Все лицо искусали. Что-то есть. Опять елец. Такие почему-то небольшие сейчас все клюют. Вот хотел я вам такое место показать. Здесь вот вода разливается, когда по весне. Сейчас она уже спала, сейчас только ручеек здесь течет. Вот сюда рыбы заходят. Здесь как бы озеро,
Черт, змеи тут вон ползают уже. Ну как побежал. Вот сейчас рыбы, вот не видели? Щучка отошла. То есть вот так вот, если вдоль берега идти, прям видно, они отходят. А тут посредине целая стая окуней плавает. Такие хорошенькие окуни. Вот тут сейчас окунь пошел. Вот тут черенок отошел. Змей тут много, я шел. Вот еще черенок отошел. Вот это место, вот здесь, оно полностью пересохнет. Вся рыба, которая здесь будет, она погибнет. Здесь даже хорошие щучки есть. Хотя и глубина здесь небольшая, чуть больше колена. Вот тут ходит опять щуренок. Вот еще. Вот здесь много рыбы зашло. Вот дальше идет уже большое озеро туда. Здесь уже все, рыбе не пройти в этом месте. Здесь трава густо растет. И она уже выходит там обрезана от этого озера. Ей вот из этого озера уже никак не выбраться до весны. А весной она, возможно, тут погибнет. Потому что здесь замор будет. Если так дальше идти, там это озеро, оно уже глубокое идет. Там 2 метра глубина посередине. Вот щучка отошла сейчас, пошла хорошенькая такая. Ну как, 300 грамм, наверное. Вот если вдоль берега идти, сейчас вот, тут повсюду щуки будут уходить. Вот еще щучка ушла. И вот это озеро, оно туда еще за поворот идет за этот. Вот еще щучка ушла. Здесь много рыбы. Малька очень много зашло. Вот там, если смотреть, около поворота, там прям видно, как окунь играет. И малька вот такого маленького, прям много-много. Раньше, говорят, здесь карась был. Ну, сейчас я вот пробовал ловить на удочку, что-то ничего не ловится. Ладно, буду сейчас собираться, поеду домой. Здесь вот по весне браконьеры перекрывали вот это место сетями. Здесь очень много рыбы у них попадалось. Тут есть еще одно место, вот там чуть подальше вперед. Я вот снимал зимой, когда замор был, там спасал рыбу. Там тоже очень много рыбы зашло. Тоже ее перегораживали сетями. Не знаю, как рыбнадзор за этим следит. Но сеть даже вот, если сейчас пойти туда, она правда с другой стороны, там уже сети стоят. Потому что тут я приехал, когда мужик плавал, он говорит, там сеть стоит, и в сети язь большой. Кто-то поставил и уехал. Я не знаю, может, конечно, он сам тут ставил, но я видел, у него телевизоры были. Он ловил на лодке. Не просто так он на лодке здесь плавает. Может быть, это он и поставил эту сеть. Просто мне сказал, что здесь кто-то там поставил, она стоит. Он здесь ловил на ночь, оставался. Ну, я посмотрел, ничего особого не поймал. У него 3 таких грамм по 250 рыбинки, остальное ерши. Он тут ловил на несколько фидеров на удочку. Но на берегу я видел, телевизоры лежали. Возможно, он на ночь их ставил. Ладно, сейчас подожду маленько и собираться буду. Смотал я снасти сейчас, туча надвигается, вот там гремит. Сейчас сильный дождик начнется, нужно быстрее мчать домой.
Сегодня поймал, сейчас посмотрим сколько. Много рыбы померло. Нормально тут у меня там на дне. Порядочно. Вот такой подъязок. Окуни. Ельцов много. Ну все мелочь, конечно. Красноперка одна только попалась. Вот некоторые ельцы померли. То, что и погибли, я их поджарю, возможно. А то, что выжили, я их в пруд выпущу. Ладно, поеду быстрее домой, пока дождь не начался. Кому понравилось видео, ставьте лайки. Кто еще не подписался, подписывайтесь. Не забывайте нажимать колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всем пока!